Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, дамы и господа, прежде всего хотел бы выразить благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за приглашение. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Российскую Федерацию с успешным председательством в БРИКС. Азербайджан – активный сторонник принципа многосторонности в международных отношениях, что было наглядно продемонстрировано нами в период председательства в движении неприсоединения в 2020-2023 годах. За 4 года председательства движение неприсоединения сделало большой шаг в своем институциональном развитии, значительно укрепило свое место в системе международных отношений. Опыт успешного председательства в движении помогает нам сегодня в качестве действующего председателя совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Используя свое географическое положение и создав современную инфраструктуру, Азербайджан превратился в один из важных транспортных и логистических центров Евразии. Транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг проходят по нашей территории. Все сегменты этих транспортных путей на территории Азербайджана успешно функционируют. На данный момент, ввиду резкого роста грузопотока через нашу территорию, мы инвестируем дополнительные средства в увеличение пропускной способности этих коридоров. В следующем месяце в Баку станет местом проведения крупнейшей международной климатической конференции COP29. Единогласное решение около 200 стран о проведении COP29 в Азербайджане – яркое свидетельство уважения и поддержки нашей политики. Мы уже вносим вклад в сотрудничество между глобальным югом и глобальным севером по климату и будем стремиться к достижению взаимопонимания как по вопросам, связанным с изменением климата, так и вопросам глобальной безопасности, верховенства международного права, невмешательства в дела друг друга, взаимного уважения. Благодарю за внимание.